детство. Это когда там человек рождается, и ему все рады, очень его любят. И когда дети играют, и когда у них есть праздники, когда они друг другу помогают. Ну, хочется стать большой. Вот я сейчас уже сама ем, кушаю сама. Всегда надо понимать, что взрослые говорят, надо делать. И тогда, когда мама и папа тебя учат. Тогда, когда с мамой и папой хочешь за ручку. Когда меня купают. На работу не надо ходить. Это значит, что ты можешь там веселиться, в игрушки играться, разные игрушки покупать. Это когда играешь с мамой, с друзьями, с братом, с сестрой. Хожу на занятия, когда тебя никто не обижает.